Друзья, добрый день. Меня зовут Николай. Сегодня на обзоре у нас Кировец К-700 1989 года выпуска. В отличном состоянии. Прошел предпродажную подготовку, покрашен. Сейчас посмотрим его поближе. Вся электрика на месте. Двигатель здесь стоит 238. Одна покрышка новая абсолютно. Задние колеса 40% на остатки. Это заднее колесо. Все втулки заменены, провтулены, смазаны. Все в отличном состоянии. Данный К-700 экспортный вариант, то есть из Германии. Есть розетки, все функционируют. Задняя навеска полностью комплектная. Второе заднее колесо тоже порядка 40% на остатке. Есть такие грибки вставлены. Так, сейчас посмотрим в кабине. Сиденье водителя, пассажирское сиденье. Внутри все тоже покрашено. Вот можно видеть даже все надписи на немецком. 7753 моточасов на данном тракторе. Другое переднее колесо где-то 30% на остатке. Сейчас посмотрим. Двигатель посмотрим сейчас. Абсолютно все без подтеков. На данный момент жидкость слили. Новый стартер установлен. Друзья, если есть желание приобрести данный трактор, обращайтесь, звоните, пишите. Наличный и безналичный расчет. Кредит, лизинг.